Добро пожаловать на урок русского языка. Цвета. Красный. Кызыл. Красный. Желтый. Сарык. Желтый. Синий. Кök. Синий. Зеленый. Яшел. Зеленый. Белый. Ок. Белый. Черный. Кора. Черный. Красный. Желтый. Синий. Зеленый. Белый. Черный. Карандаш. Калам. Цветок. Гуль. Машина. Машина. Сумка. Сумка. Платье. Көйлек. Полотенце. Сочек. Туфли. Туфли. Ногти. Тырноклар. Карандаш. Цветок. Машина. Сумка. Платье. Полотенце. Туфли. Ногти. Красный. Красная. Красное. Красные. Красный карандаш. Красный цветок. Красная машина. Красная сумка. Красное платье. Красное полотенце. Красные туфли. Красные ногти. Что это? Это красный карандаш. Что это? Это синий цветок. Что это? Это желтое платье. Этот цветок черный или белый? Этот цветок белый. Что это? Это синяя машина. Эта сумка синяя или зеленая? Эта сумка зеленая. Это полотенце белое? Да, это полотенце белое. Эти туфли красные? Нет, эти туфли не красные. Что это? Это черное платье. Что это? Это красные ногти. Голубой. Хаворан. Голубой. Оранжевый. Тюксарак. Оранжевый. Фиолетовый. Бенавшаран. Фиолетовый. Розовый. Пуштран. Очкызыл. Розовый. Коричневый. Джигарран. Коричневый. Голубой. Оранжевый. Фиолетовый. Розовый. Коричневый. Что это? Это голубая машина. Бу хаворан машина. Это сумка розовая или фиолетовая? Эта сумка фиолетовая. Ана шу сумка бинафшаран. Эти ногти оранжевые или голубые? Эти ногти голубые. Ана шу тырноклар хаворанли. Эта сумка коричневая? Да, эта сумка коричневая. Ана шу сумка джигарран. Что это? Это оранжевое платье. Бу тёк сарык көйлек. Это полотенце голубое или коричневое? Это полотенце коричневое. Бу сочек джигарран. Эти туфли розовые? Нет, эти туфли не розовые. Йок, бу туфли пуштран эмас. Что это? Это розовые туфли. Какой это цвет? Это красный цвет. Какой это цвет? Это желтый цвет. Это белый или черный цвет? Это черный цвет. Какой это цвет? Это голубой цвет. Какого цвета? Красного, желтого,
синего, белого, черного, зеленого, голубого, оранжевого, фиолетового, розового, коричневого. Какого цвета это платье? Это платье синего цвета. А насчет кейлек как рангли? Это сумка желтого или оранжевого цвета? Это сумка оранжевого цвета. А насчет сумка тёк сарык рангли? Какого цвета этот карандаш? Этот карандаш голубого цвета. А насчет калам хаво ранг? Какого цвета этот цветок? Этот цветок розового цвета. А насчет гуль пшты ранг? Это полотенце фиолетового или коричневого цвета? Это полотенце коричневого цвета. Какого цвета эта машина? Эта машина зеленого цвета. Какого цвета эти туфли? Эти туфли белого цвета. А насчет туфли ок рангли? Какого цвета эти туфли? Белого. Какого цвета это платье? Синего. Какого цвета этот карандаш? Зеленого. Эта машина желтого или оранжевого цвета? Оранжевого. Какого цвета эта сумка? Красного. Грамматика. В большинстве случаев род можно определить по окончанию. Женский род. Последняя буква А. Я. Средний род. Последняя буква О, Е. Мужской род. Остальные слова. Машина. В слове машина последняя буква А. Значит, машина – женский род. Полотенце. В слове полотенце последняя буква Е. Значит, полотенце – средний род. Карандаш. В слове карандаш последняя буква Ш. Значит, карандаш – мужской род. Ногти. Множественное число. Разницы нет, какой род. Ногти розовые, сумки розовые, карандаши розовые, платья розовые. Единственное число – ноготь. Ноготь розовый. Цвета. Контрольная работа. Оранжевый. Тёк сарык. Красный. Кызыл. Розовый. Оч кызыл. Фиолетовый. Бенавши ранг. Голубой. Хаво ранг. Коричневый. Джигар ранг. Зеленый. Яшель. Белый. Ок. Синий. Кык. Спасибо за внимание. Смотрите другие наши уроки. До новых встреч!